Добрый день. Меня зовут Светлана Лойченко, главный редактор газеты «Правда Севера», и мы находимся на открытой площадке, которую мы проводим совместно «Правда Севера», канал ПС и наши коллеги из других изданий. Сейчас я представлю наших гостей и наших коллег. Вести эту встречу буду я, а также обозреватель «Правды Севера» Марина Третьяченко. Сейчас я представляю наших гостей. У нас сегодня на нашей площадке Игорь Викторович Годзиш, министр топливно-энергетического комплекса правительства Архангельской области, а также Александр Викторович Бараев, генеральный директор фонда капитального ремонта тоже Архангельской области. Вместе с нами дискуссию, разговор. Хотя у нас сегодня у нас площадка дискуссионная, но у нас так заявлен разговор, что это, скорее всего, будут вопросы-ответы. То есть у нас могут быть самые разные форматы, но у нас сегодня так получился формат, потому что у нас больше вопросов, скажем, пока к нашим гостям. Но если получатся какие-то дискуссионные вещи, ну, это уже по ходу жизни. Александр Макгрегор, редактор газеты МК в Архангельске. Людмила Осюченко, тоже обозреватель газеты «Правда Севера». Олег Маглич, редактор информационного агентства «Двинаинформ». Я два слова скажу о формате нашего разговора. Мы уже анонсировали его и на канале ПС, и в «Правде Севера», и на «Двинаинформ». И мы его заявляли в основном как разговор о темах чрезвычайно важных. Это проблемы ЖКХ, это проблемы аварийного жилья, это капремонт, тоже очень много вопросов. И, конечно, мы получили очень много вопросов от наших и читателей, и зрителей. Разумеется, мы уже часть вопросов передали и передадим нашим гостям. Все вопросы непременно, ответы будут непременно опубликованы в газете, на сайте. То есть этот вопрос, он остается, то есть этот блок вопросов, он остается очень таким важным для нас. И мы, разумеется, поговорим это сегодня, но все-таки немножко во второй части, скажем, встречи, потому что сначала у нас будет в фокусе внимания Игорь Викторович. Мы и предполагали, и немножко так робко заявляли, что возникнет эта тема, тема выборов главы города, потому что, ну, мы предполагали, что вот Игорь Викторович могли подать заявку, но вы могли ее не подать. И потом разговор, значит, мог бы этот и не пойти в эту сторону. Ну вот 23 октября вы заявку подали, и поэтому просто будет непонятно, если мы об этом не поговорим. Тем более, что мы даем возможность высказаться всем претендентам. Два претендента у нас уже высказались. Безусловно, мы эту тему продолжим. И вот для нас просто такая счастливая возможность задать вам сейчас, и для наших слушателей и читателей тоже, вас как одного из претендентов, ваше видение. Но для начала я, наверное, хотела бы спросить о том, вот мы обсуждали эту тему достаточно активно, и многие, назовем это эксперты и просто жители города, сочувственно говорили о том человеке, который сядет на это место. Ну, место сложное, мы понимаем, вообще городские проблемы, городское хозяйство, оно сложное, у нас там еще и какие-то есть свои нюансы. Вы сейчас, у вас хорошая должность, хорошее место работы, скажем, устоявшаяся какая-то уже жизненная такая ситуация, я имею в виду на работе, и вы все-таки решаетесь идти вот на это такое, как тут у нас называют, там, расстрельное место. Скажите, пожалуйста, вы, вот у вас какая мотивация, вы чем руководствовались? Добрый день, Светлана, добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые телезрители. Сразу хотелось бы сказать, что разговоры вот на тему там, Годзиш будет подавать документы, не будет подавать документы, они ведутся достаточно давно. Они в значительной мере опередили даже мысли Годзиша на эту тему. При этом действительно разговоры имели место, и на самом деле решение было принято только после того, когда губернатор Архангельской области непосредственно предложил мне участвовать в данном конкурсе. Я прекрасно понимаю, что действительно эта должность незавидная,
Вот, мы в Министерстве ТКЖКХ работаем с Архангельском очень давно. К сожалению, так сложилось, что по многим именно нашим вопросам был конфликт в городе Архангельске. Это и в отношении будущности истории с водоканалом, в отношении вопросов теплоснабжения в частности. Вот, ряд моментов, связанных с строительством аварийного жилья, программу, по которому непосредственно курирует Министерство ТКЖКХ. Вот, поэтому так уж сложилось, что когда предложение прозвучало, я со своей стороны уже как человек, который непосредственно в этом участвовал, да, не мог отказаться, потому что мы и критиковали город во многом, да, и сейчас отказаться от участия в реализации тех задач, которые стоят в целом перед регионом по Архангельску, это было бы очень неправильно. Такое выражение, если критикуешь, делай. Да, будь готов работать. Критиковать каждый может. Это, в принципе, отличная позиция. Если действительно ты видишь, что болит, значит, ты должен, по крайней мере, попытаться это лечить. Поэтому вот такой подход. Ну, при этом я понимаю, что город сегодня это не только проблема в ЖКХ, как бы они были несущественны для горожан, это и дорожное строительство. Вот сейчас уже занимаясь, скажем, подготовкой программы, довелось очень много почитать того, что касаемо культурной жизни города. И тоже есть, кстати, очень важно, недовольство, потому что определенное людей. Когда говорим о городе, кстати, мы почему-то чаще говорим о дорогах, о всех проблемах, там трубы ржавые. А что касается культуры, это вроде как бы оно там над где-то. Это область или что-то еще, федеральный уровень. А ведь город тоже это очень большой, именно городские культурный пласт, который тоже. Конечно. Город это прежде всего люди, а люди это общение. А раз это общение, значит, это культура, да, это уровень образования. Для меня кажется, даже наоборот, более актуально сегодня не решать, не погружаясь в проблемы именно ЖКХ, да, а попытаться соединить возможности людей, то есть возможности культуры, общения и так далее. Вот с той историей, которую нужно разрешать в инфраструктуре города. Да, потому что не слыша его жителей, на самом деле мы не добьемся никакого результата. Да, мы много чего построим, наверное, да, какие-нибудь дороги подремонтируем, еще чего-то сделаем. Но если мы это сделаем не вместе, тогда всегда останутся недовольны, почему именно эту стоянку сделали, а не у соседнего дома, да, почему отремонтировали именно это здание, а не то, которое для горожан имеет там приоритетное значение. Они считают, что вот это история города. То есть тут такая тонкая грань между культурой и инфраструктурой. Хорошо, тогда мы продолжим, дадим слово Александру. Вот у него. Да, Игорь Викторович, очень хотелось бы узнать, ну, поскольку вы сказали, что довольно давно муссируется вот эта ваша кандидатура, наверное, раньше, чем все остальные кандидатуры, и вы об этом слышали, и наверняка, когда вы приняли решение подавать документы на участие в выборах мэра Архангельска, вы, наверное, проанализировали то состояние мэрии, которое сейчас находится, да, команда там, которая работает, или коллектив, который там работает. И в связи с этим вопрос такой, вы думаете менять команду? Стоит ли им кому-то из команды собирать чемоданы, либо вы намерены работать с той командой, которая сейчас существует в городской администрации? Хороший вопрос, Александр. Прямой вопрос, прямой ответ – да. То есть менять. Кто-то, наверное, да, расстанется. Ну, конечно, безусловно, если выбор будет сделан в пользу моей кандидатуры. Но мы говорим сослагательное наклонение. Да, есть, да, безусловно. Да. То есть с кем-то придется расстаться. Сегодня в администрации города есть и отличные специалисты. Мы с ними встречались, обсуждали. Поэтому вот сказать, что вот меняется команда сразу и вся, во-первых, так не бывает никогда. Всегда нужно с кем-то работать, на кого-то опираться. Но есть у меня видение и по тем людям, с кем бы мне не хотелось, по крайней мере, работать вместе в одной команде. Ну, а с теми людьми, с которыми хотелось работать, вы уже знаете их? Да. Ряд людей, которые сегодня работают в городской администрации, работают в округах. Ну и будут новые личности. Спасибо. Ну, может, тогда Двина Информ, Олег?
Илья Викторович, каждый кандидат на должность главы города Архангельска предоставил в комиссию 15-страничное видение с плана развития города Архангельска. Вот какие тезисы звучат в вашем плане? Как сложно вообще было подготовить вот этот небольшой, но все-таки важный документ? А 15 страниц вообще-то много, мало, вот с вашей точки зрения. Можно в 15 страницах как-то это все выразить? Вы знаете, когда я занимался подготовкой этой программы, безусловно, ее нельзя было просто подготовить без глубокого анализа тех документов, которые сегодня приняты Архангельском. Программа развития города, да, краткосрочные планы, там, которые сегодня действуют у города. И там все есть. В этих документах, на самом деле, если их внимательно читать, там есть перспектива, к чему город как бы видит свои устремления, да, в какую сторону. Есть анализ разных вариантов развития в зависимости от того, какие внешние и внутренние условия будут. Вот. Поэтому у меня, во-первых, не 15 страниц, я писал меньше, да, и предложил не программу развития, а проекты. Вот. Проекты, которые сегодня нацелены на то, чтобы привлечь городского жителя к процессу управления городом. Они на самом деле для страны абсолютно не новы. Да? Такие истории, как народный бюджет, народный контроль, участие в открытых площадках по обсуждению генерального плана, постоянная актуализация вот этих программных документов с участием населения, с участием актива. Вот там скорее вот такая история. Вот. Потому что многие, кстати, не очень поддержали эту вот мою позицию, считая, что значит, Гудвич должен был сосредоточиться на проблемах так и ЖКХ. Ну да, вот как-то ваша должность, она навевает. Я знаю, что ожидание навевает. Такое, да, но, честно сказать, у меня советская школа образования, наверное, да, нас учили достаточно широко смотреть на мир, да, даже являясь энергетиком, все-таки хотелось бы и в театре что-то посмотреть, и музыку хорошую послушать, да, вот, увидеть что-то еще рядом находящееся. И с моей точки зрения, город – это комфорт плюс житель, да, вот, как-то, вот так. И однобоко смотреть, что давайте все новые дома построим, дороги сделаем, и все будет хорошо в городе. Ну, есть города богатые и в нашей стране, да, но я бы не сказал, что там нет вопросов. Все равно люди хотят чего-то еще. Комфорт, да, это может быть первоочередное, но есть еще масса вещей, которые человек хочет увидеть в своем городе. У нас тоже были, скажем так, эксперты, которые, знаете, мы тоже любим поговорить, а что будет, если будет? Ну, размышляли, что будет, называли не только вашу кандидатуру, там другие кандидатуры называли, что будет, если вот этот человек станет во главе города, а что будет, если этот станет? Ну вот, в частности, когда речь шла о вас, говорили о том, что если вы станете главой города, то это поможет преодолеть такую давнюю проблему, как конфликты между областной и городской властью. Тем более, что мы понимаем, мы знаем, живем в городе давно, это возникло не сейчас, это вот как-то оно, что называется, передается, вот как, знаете, такое, может, это есть и в других регионах, безусловно, но у нас как-то это очень сильно выражено и передается, меняются администрации и города, и области. Но вот это как-то сохраняется. И вот, по-моему, это Александр Рятлов говорил как раз о том, что если вы станете главой города, то это поможет эту проблему решить. Хотя есть такое мнение, что возникнут противоречия, потому что там уже сложившаяся команда, сложившиеся какие-то люди притерлись, вы придете, и снова начнется уже конфликт немножко на другом уровне, там снова же много, наверное, шашку придется махать. Вот вы, как вот эти конфликтные ситуации, как вы их видите, их разрешение, или они, может, для вас и не являются какой-то проблемой? Ну, для начала, действительно, эта эстафетная палочка, да, в виде конфликта между областным центром и региональной властью, она так передается эстафетой. Да, в какой-то мере, я думаю, что ситуацию как раз вот с конфликтом удастся разрешить, но при этом мы всегда понимаем, что есть интересы города, да, и глава города, он должен прежде всего отстаивать интересы города в этой ситуации. Я просто надеюсь, что если, конечно, выбор комиссии, опять же, будет сделан, да, в сторону моей кандидатуры, что поработав 3,5 года в команде губернатора, мне какие-то вопросы удастся разрешать несколько проще. Я знаю и лично этих людей, и многие проекты реализовывались совместно. Вот, безусловно, это в какой-то мере помогает разрешению вопросов.
Вот. Я знаю, что очень многие высказывали опасения, что сегодня там, значит, это будет прямое управление губернатором и так далее, но иногда сохранение вертикали власти, особенно когда мы находимся в достаточно такой серьезной и невыигрышной, скажем, экономической ситуации, вот, оно помогает разрешать болевые точки. Вот. Быстрее, да? Да, то есть и сегодня у региона, быстрее проходит. Да, у региона есть ресурс, который просто необходимо привлечь к решению задач города. Вот. При этом сегодня и политическая ситуация на ближайшее время складывается так, что это будет играть именно на интересы города. То есть ее можно таким образом сегодня представить. Я еще потом, Саша, передам, еще уточню. А не возникнет ли вдруг такая ситуация, мы снова что-то гипотетически все говорим, вас, вот вы уже затронули эту тему связки города и области на каком-то другом уже уровне, потому что вас выдвигает сейчас, вернее, вас убедил идти на город губернатор. Ясно, что ему тоже очень важно, чтобы был человек, с которым можно вести диалог. Вы какой-то зависимости не боитесь, что вдруг у вас тоже возникнет вот потребность тоже показать какую-то свою самостоятельность и отрешиться вот от какой-то, может быть, опеки, я не знаю. Светлана, принцип любого руководителя, да, на каком бы уровне он ни находился, отстоять свою позицию. Я знаю прекрасно Игоря Анатольевича Орлова, он всегда слышит, когда проблема реально есть. И, и нам такие задачи ставились, найти решение. Да, всегда будет два человека со своим мнением. Да, вот они встретились, и наша задача найти как раз тот консенсус, да, вот, который позволит решить проблему. Пусть это, может быть, будет не сразу. Да. Вот. Я думаю, что тут вполне можно будет сработать с командой губернатора. И задача-то сегодня у региональной власти точно такая же, как и у муниципальной. Это развитие. Потом очень много же перекликается. Просто могут быть некие, это даже не конфликты, а споры, какой путь мы выберем. Да, но на самом деле, когда собрались специалисты и обсуждают, что будет влиять на те или иные решения, да, какие внешние факторы, внутренние факторы, в том числе с привлечением экспертов, я думаю, что всегда можно найти разрешение там, в любом конфликте. Ну, вот, у нас были случаи по ряду муниципалитетов, когда мы отходили, потом снова возвращались к этому вопросу. Уже просто меняется, вы прекрасно понимаете, даже вот следующий наш с вами вопрос, капитальный ремонт, что мы за год, по-моему, 4 или 5 раз уже отработали, изменяя закон. Да, менялись федеральные документы, менялась ситуация внутри, и те полномочия, которые внутри региона, да, мы уже учитывали вот те или иные изменения, которые произошли. То есть можно работать в этом направлении, да, ну, взяв тайм-аут, месяц, условно говоря, вернуться к вопросу, и ситуация уже может быть выигрышной. Понятно. Саш? Ну, примерно та же тема. Когда активно обсуждался вопрос о введении должности сити-менеджера, предполагалось, что функции политические и экономические между городским руководством будет разделена каким-то образом. Потом от этого отказались, и сейчас фактически изменилось только название. Глава муниципального образования, раньше был мэр. Тем не менее, остался так-то тот же мэр остается. И вот насколько политически независим и самостоятелен мэр областного центра будет. Сейчас это будет более самостоятельная должность, чем была ранее, или менее самостоятельная? Вы знаете, мне кажется, что мэр — это прежде всего мэр, там глава, неважно, да, это прежде всего человек, который возглавляет исполнительную власть. Вот. Всегда над ним стоит законодательная власть в лице депутатского корпуса, который представляет вот в таком ключе, да, население. Вот это первый контролер, который всегда есть рядом и даже в чем-то выше, нежели глава муниципального образования. Вот, поэтому, да, должность в любом случае политическая, потому что человек на виду. Вот, но вот эта совместная работа исполнительной, условно, и законодательной ветвей власти, на развитие нацеленное, я думаю, она даст свои плоды. Тем более вот в рамках того же устава города Архангельска сегодня, да, предполагается постоянные практически отчеты главы города перед депутатским корпусом. Отличный механизм, который на самом деле не дает возможности там влево от генеральной линии сильно колебаться. В таком случае, вот, в случае поддержки вашей кандидатуры, допустим, да, вы, если вы становитесь главой муниципального образования города Архангельск,
но остается та же самая городская дума, которая в свое время активно поддерживала предыдущего мэра, что и создавало, по большому счету, конфликтную ситуацию между городом и областью. Вот, как вы намерены, допустим, сотрудничать с депутатами городской думы? Ну, Александр, прежде всего, с депутатами городской думы нужно будет встретиться и поговорить. Да, потому что у каждого из них свое видение развития города. Со многими мы работали, вот, из тех, значит, коллег, которые занимались ЖКХ в структурах городской думы. Вот, выслушать их, да, их видение развития, их видение ситуации. Что-то будет принято, что-то, возможно, необходимо будет дополнительно обсуждать. Нормальный процесс. На самом деле, да, когда есть несколько вариантов развития и встречаться. То, что кто-то поддерживает одного кандидата, второго кандидата, третьего кандидата, это вот на этом этапе и сегодня. Да. Завтра будет другая история, другие вектора, и как эти люди будут, условно говоря, и кого они будут поддерживать, не знаю. На самом деле, в моей логике поддерживается не человек, а поддерживается то направление, которое он сегодня предлагает. Спасибо. Люда или Олег? То есть... Ты уже предыдущий вопрос. Они прозвучали. Вы знаете, давайте тогда у нас... Мы, поскольку с временем немного ограничены, я думаю, что, в принципе, мы могли бы еще поговорить и на эту тему, но тема заявлена, и тоже наши и зрители, и читатели и ждут и ответа на вопросы, которые посланы. У нас есть и видеовопросы. Может, у нас останется какой-то еще люфт, и мы вернемся, потому что я думаю, что мы еще есть о чем поговорить, и связано вот с возможностью, вашей возможностью руководства, то есть когда вы станете главой города, какие-то нюансы еще. Ну, а сейчас, наверное, таки мы перейдем ко второй части и поотвечаем на вопросы, тем более, что мы переходим все равно плавно к темам, которые касаются непосредственно города Архангельска, то есть это практически продолжение разговора. Город Архангельск – самый большой населенный пункт области, может быть, поэтому в нем и они наибольше проявляются, вот эти проблемы, связанные с проблемами аварийного жилья, вообще ЖКХ и капремонта, тоже очень много вопросов. И сейчас тогда к эту часть у нас на себя берет Марина Третьяченко, и я ей передаю слово, и мы тогда начинаем вторую часть. А возможно, у нас останется время, еще мы немножко поговорим с вами. Спасибо, Светлана Николаевна. У нас действительно подготовлены видеовопросы. Сейчас внимание на экран. У нас первый вопрос. Почему при расселении из ветхого жилья нельзя рассчитывать на улучшение? Мы так полагаем, что жилплощади увеличение, да? Вот. Да. То есть вопрос, видимо, к Игорю Викторовичу, поэтому вопросим. Да, спасибо, ответить. Марина. На самом деле, действительно, при расселении из ветхого аварийного жилья реализуется несколько другой принцип. Это не принцип улучшения жилищных условий с точки зрения там, социальных норм по квадратным метрам и так далее. Это прежде всего переселение граждан из жилья, которое представляет сегодня прямую угрозу жизни. Его техническое состояние таково, что проживать в нем с точки зрения жизни человека невозможно. Ну, вот, поэтому сам закон он сформирован таким образом, что минимальные требования определены, и мы их называем метр в метр. Соответственно, человек должен получить не менее того, в принципе, там так и записано, чем у него сегодня есть. Равноценную. Да, то есть равноценную жилую площадь. У нас есть случаи, когда муниципалитеты участвуют и доплачивают за дополнительные метры, но это скорее связано именно с особенностями того проекта, который реализуется, да, для того, чтобы там глубоких реконструкций не было и так далее. Вот. Там такая в большей мере история. Хотя мы сейчас ожидаем определенных изменений, но уже, правда, не по тому жилищному фонду, который признан аварийным до 1 января, а по тому, что будет признано и будет еще признано уже, соответственно, после 1 января 2012 года аварийным. Там вполне возможно будет несколько иные принципы заложены. По крайней мере, законопроект сегодня, который размещен и обсуждается, он базируется немного на других подходах. Спасибо. Еще есть вопрос, знаю. Внимание на экран. Из соображений складывается очередность капремонтов в нашем городе. Хотелось бы вот узнать.
соображения. Вопрос, видимо, уже к Александру Викторовичу. Ну, когда мы говорим про очередность проведения капитального ремонта, в первую очередь она у нас заложена как в жилищном кодексе, так и в нашем областном законе. И там обозначены основные критерии. Это у нас износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома, износ дома в целом, год постройки. Проводился ли на этом доме когда-то капитальный ремонт? И уже вот в ближайшее время, когда мы будем актуализировать региональную программу, у нас будет вступать в силу новый критерий – это финансовая дисциплина собственников помещений. То есть с учетом вот этих критерий у нас и будет выстраиваться очередь проведения капитального ремонта. То есть насколько исправно платят? В том числе, да. Может, мы тогда немножко почередуем, коль у нас со временем так более-менее. Может, тогда, Марина, да, и что чередовать с этим виде вопросами? Я знаю, что коллеги... Александра, знаю, что есть вопрос у вас, да, тоже. Да, хорошо. Читатели МК тоже МК в Архангельске интересуются. Да, вот существует программа развития застроенных территорий. В свое время предыдущий градоначальник представлял целые макеты этих застроенных территорий, но, насколько я знаю, программа работает с большим скрипом. Вот, и если застройщик все-таки входит на эту территорию, то кто будет оценивать, скажем так, степень износа дома, удаленность от центра, скажем, возможно ли рассматривать какие-то островные территории или вот, как сейчас предоставляется жилье где-то на окраинах? Ну, сегодня программа развития застроенных территорий, она сформирована таким образом, что жилье предоставляется жителям, которые в нее попали, по сути, в пределах муниципального образования. То есть здесь и островные территории, и удаленные территории города Архангельска, они как бы могут быть включены, вот, и людям может быть предоставлено там жилье. На самом деле, посмотреть эту историю предстоит еще более подробно, потому что в логике, так как этот процесс, это договор между инвестором и муниципалитетом, могут быть включены в этот договор такие аспекты, что, допустим, жилье должно быть предоставлено в рамках конкретного городского округа. Например, если человек проживает там в Араве на фактории, то почему бы, заключая подобного рода контракт между инвестором, не потребовать, чтобы в Араве на фактории именно было предоставлено равноценное жилье. Но сегодня, насколько я понимаю, контракты таким образом сформированы, что человеку предоставляется равноценное жилье, но на всей площадке города. Вот, с точки зрения проверки качества, здесь, конечно, вопрос, прежде всего, я думаю, тех, кто заключал этот контракт. То есть контракты будут пересмотрены? Ну, вопрос пересмотра уже заключенных контрактов при их исполнении, наверное, это уже как бы вряд ли возможно. А вот по тем контрактам, которые сегодня еще не исполнены, люди не расселены, строительство не началось, я думаю, что вопрос с юристами можно было бы посмотреть. Тем более по тем письмам, которые получает министерство, люди задают этот вопрос. Я подписал там 3 года назад это соглашение, и до сих пор у меня нет понимания, когда я и куда я поеду. Uh-huh. Вот, то есть, раз инвестор сегодня не торопится строить жилье в городе, то, соответственно, наверное, у него нет в этом заинтересованности, и надо поискать другого инвестора. Вот, поэтому эти подходы имеют право на жизнь вот, на этом этапе находиться. Ну, вот много конфликтных ситуаций на этом поводе возникает, что люди при расселении отказываются ехать. И фактически получается, что человек остается жить, не хочет выезжать из своего аварийного дома, несмотря ни на что, несмотря даже на то, что у него завтра может крыша на голову упасть, потому что он просто не хочет ехать там на остров. Сколько таких примеров на самом деле? Да. Мы читаем то же самое, да, получаем, люди действительно обращаются, но вот в чем иногда парадокс ситуации. Мы с вами все являемся гражданами, жителями города, да, и когда мы подписываем документы какого-либо рода, нам надо эти вещи смотреть очень внимательно, что я подписываю и что мне должны, собственно говоря, предоставить. Да, вот, люди, которые 3 года назад подписали, условно говоря, некие соглашения, находясь на этапе переселения, вдруг выясняют, что их вот в рамках этого же соглашения могут, условно говоря, переселить на остров Бревенник. Mm-hmm. Да? И вот они говорят, почему я должен туда ехать? Ну, вопрос опять же, а зачем в свое время нужно было подписывать вот такого рода контракт? Они читают люди до конца, часто не дочитывают. Да, а сегодня ведь посмотрите, что происходит вообще с жилищным кодексом. Сегодня все большее и большее значение – это позиция собственника. Mm-hmm. Да? И даже вот новый закон о переселении, там многие вещи заточены уже не столько под муниципалитет, mm-hmm. сколько на те позиции, которые занимают собственник. Вплоть до того, что предложено даже деньги сегодня выделять не муниципалитету на строительство, да, а некому жилищному кооперативу, который собственники создали и сами будут строить этот дом.
То есть вот этот вот вопрос, когда человек все-таки его юридическая грамотность все более и более становится значимой. Вот как финансовая грамотность, mm-hmm. которой сегодня плотно занимаемся, да, так и юридическая грамотность, по крайней мере, вот с точки зрения того, где я живу и в каких условиях, да, она сегодня, ну, чрезвычайно, ее степень чрезвычайно важна. Просто по программе развития так и предполагалось и обещалось, что если входит застройщик, то он обязан просто предоставить жителям этой территории место в построенном им же здании, построенном квартире. Но этого не исполняется. Вот в этом случае все-таки надо читать, что написано. Да? Мы с вами помните историю с банками, с кредитами и так далее, сколько она дискутировалась в обществе. Одно дело, когда тебе там некий красивый товарищ при галстуке, в костюме чего-то обещает и рассказывает. А другое дело, когда ты подпишешь документ, который через 2-3 года будет реализован, и совсем другой товарищ придет к тебе и скажет, о чем-то начнет рассказывать. Вот. Я говорю, что о том, те вопросы, которые уже сегодня реализованы, когда жилье построено и в рамках соглашения, наверное, будет достаточно тяжело как-то пересматривать. Но новые контракты, конечно, должны заключаться с мнением жителей, проживающих в этом доме. Вот. Тут, наверное, и переселение должно быть обсуждено на этом этапе. Ну, кстати, часть людей, которые сегодня находятся в программе развития застроенных территорий и пока еще ничего не получили, они проживают в аварийных домах. И я думаю, что эти-то люди у нас в рамках строительства там, 86 тысяч квадратных метров, они получат свое жилье. Но единственное, что тоже дома мы строим сегодня не на том месте, где они проживают. Да, это и в Равино фактория, это и на Московском. Вот. Но это, по крайней мере, новое жилье, это 9-5-этажные дома. То есть достаточно высокий уровень. Олег, может, тогда смотреть? Давайте, Олег, ага, он готов тоже взять. Игорь Викторович, вопрос по капремонту. Вот на прошлом заседании правительства региона в программу были включены более 3000 многоквартирных домов. 175 было исключено. Сейчас получается, что в программе уже находится около 15 тысяч многоквартирных домов в Архангельской области. По каким критериям дома включаются в эту программу, по каким исключаются, и когда этот процесс вообще закончится у нас? Хороший вопрос, Олег. Нет, не закончится. Процесс не закончится никогда, хотя бы по тому критерию, что у нас сегодня дома выбывают из программы по причине признания них аварийными. Соответственно, программа на этом основании будет корректироваться. А включение более 3000 домов сегодня, это объективно обусловлено тем, что у нас изменился жилищный кодекс. И второй момент, мы достаточно длительное время находились в судах по вопросу включения там ряда домов, да, соответственно, Верховным судом решение принято, и на этом основании дома попали в программу. Ну, поэтому в основном она сегодня сформирована. Вот, практически так вот. Ну, а дальше уже будет вот такой процесс. Что-то признано аварийным, выбыло. Ну, вот, у нас строятся дома, соответственно, мы тоже в этом же законе, который приняли, предусмотрели там двухлетний тайм-аут для жителей этих домов, вновь введенных по платежам на капремонт, но потом, соответственно, эти дома начинают платить и точно так же находятся в программе. Тогда я предлагаю посмотреть, послушать еще один видеовопрос. Внимание на экран. В программу переселения попадают дома, признанные аварийными до 2012 года. Чего ждать жильцам домов, которые признаны аварийными после 2012 года? Игорь Викторович, снова вопрос. Да, снова похожий вопрос. Да. Соответственно, по тем домам, которые признаны аварийными в более поздние сроки, это однозначно федеральный закон. Вот, мы ожидаем, что он все-таки будет принят до 1 января 2016 года, вот, но он очень сложен. Вот, если, значит, товарищ, который задавал вопрос, каким-то образом с ним знакомился, там с нашей точки зрения, с точки зрения специалистов, достаточно большой объем вопросов. Например, так, какие механизмы реализации, да, будут, как будет идти финансирование. То есть не на все вопросы он сегодня отвечает. И, скорее всего, он еще будет проходить определенное горнило в Государственной Думе с точки зрения поправок, изменений, доработок. Но без федерального закона у нас это расселение вот такой массовый характер не примет.
Коллеги, будут ли еще вопросы? Или мы слушаем следующий видеовопрос? Давайте. То есть у нас есть следующий видеовопрос, посмотрим его. Есть немало домов, в которых капремонт запланирован через 10-20 лет. Есть вероятность, что они так и не дождутся этого ремонта. Соответственно, будут исключены из программы по ремонту. Есть ли возможность, что собственникам домов будут возвращены уплаченные взносы? Александр Викторович, это вопрос к вам. И вопрос, кстати, очень актуальный, потому что именно в связи с этим многие сейчас не платят за капремонт. То есть и в соцсетях это активно обсуждается, что вот люди пишут друг другу, ты платишь, нет, я не плачу и не собираюсь. То есть именно потому, что дома еще неизвестно когда, то есть включены в этот... в эту программу, то есть вот как здесь, что? Ну, я бы на этот вопрос ответил, зашел бы немножко с другой стороны, что собственникам необходимо понимать, что все-таки ответственность в целом, основная ответственность за капитальный ремонт все-таки лежит на собственниках. И если дом в программе находится на достаточно длительном периоде от сегодняшнего момента, то здесь есть, наверное, необходимость подумать о том, чтобы принять несколько иное решение, не ждать, когда придет региональный оператор и проведет капитальный ремонт, а именно брать управление капитальным ремонтом именно в свои руки, то есть принимать решение, например, о специальном счете, где там не требуется ждать вот этих сроков, а при накоплении определенной суммы проводить те ремонтные работы, которые на данном доме необходимо сделать. Либо нам наш областной закон дает второй вариант, даже находясь на в общем котле, собственники могут провести определенные виды ремонтных работ раньше сроков предусмотренной программы и получить, скажем так, условный зачет денежных средств, то есть они потратят определенные средства на выполнение, условно говоря, там, ремонт кровли, да, или каких-то инженерных систем, и на эту потраченную сумму региональный оператор не будет им выставлять квитанцию, то есть пока не погасятся, скажем так, вот те вложенные ими дополнительные денежные средства. Ну, а тот момент, когда действительно все-таки программа большая и, к сожалению, уровень состояния жилищного фонда она в некоторых моментах у нас достаточно критический, да, и по каким-то причинам они не были признаны или пока еще не вошли в категорию аварийного, например, жилья или с большим процентом износа, то, конечно, предполагать можно, что какие-то дома действительно капитального ремонта не дождутся, если не будут приняты какие-то самостоятельные решения. И тогда, и в этом есть у нас норма жилищного кодекса, да, о том, что денежные средства, которые собственники уже были внесены на капитальный ремонт, они направляются на цели сноса данного дома, либо реконструкция. То есть мы здесь с вами должны понимать, что когда ты владеешь собственностью, ты отвечаешь ведь полностью за весь свой дом. И если он действительно уж пришел в категорию аварийного дома, то ответственность за снос этого дома, она также лежит на собственников. Сейчас, конечно, все эти моменты решают органы местного самоуправления, да, потому что, ну, для ускорения, наверное, ситуации, для принятия решения все-таки, да, это для того, чтобы освободить земельный участок и пустить его в оборот для строительства нового жилья. Но в целом закон все-таки говорит, что это ответственность собственников помещений. И, по крайней мере, по нормам действующего законодательства, эти денежные средства должны будут быть направлены на эти цели, на цели сноса либо реконструкции дома, в зависимости от того, какое будет принято решение по нему. Конечно, если развивать эту ситуацию, предполагать, если муниципальное образование и будет продолжать брать на себя вот эти обязательства, то, конечно, эти денежные средства могут быть возвращены собственникам. А я вот осмелюсь тоже от тебя спросить, вот в связи с неуплатой этих взносов, какие-то санкции вообще есть? То есть что-то вот люди могут быть наказаны за это, если они вот самовольно вот не платят вот эти деньги, не веря, что их дом когда-нибудь попадет в программу капремонта? Взнос на капитальный ремонт, он попадает в сферу жилищных услуг. И на него распространяются нормы жилищного законодательства. Поэтому обязательно оплата до определенного числа. После этого выставитель квитанции вправе собственникам или плательщикам предъявить пеню. При неуплате этих задолженностей, при неуплате пеней, мы вправе обратиться в судебные органы для взыскания задолженности. И если уж развивать эту ситуацию, региональный оператор уже начинает Если уже такая практика по уже, вот этим вот... Суды мы уже пошли, у нас уже несколько сотен обращений в адрес физических лиц направлено. Вот буквально у нас вчера сотрудник вернулся из командировки, мы были в Велигодском районе, там у нас рассматривались дела именно по взысканию. Да, есть решения, есть собственники приходят и показывают о том, что квитанции оплачены, да, уже именно на суде единственное, что помимо этой квитанции им теперь еще придется возвратить региональному оператору и государственную пошлину, да, в связи с тем, что исковые обращения не требуют дополнительного финансирования. То есть это ложится, да, это ложится дополнительно на них. Но опять же, в своей деятельности мы никоим образом не настроены на то, чтобы
засудиться со всеми и вот, вот любыми способами, да, вот такими добиваться исполнения законодательства. Мы настроены на то, чтобы проводить дополнительную разъяснительную работу и убеждать собственника, на что платить надо. Все-таки закон есть, и мы должны его исполнять. А вот уже как организовывать капитальный ремонт своего дома, это уже второй вопрос, который собственники должны принимать самостоятельно. Вдогонку, Александр Викторович, тут еще есть еще одна причина, по которой жильцы не платят. Есть люди, которые готовы платить, но они не могут разобраться с квитанциями, потому что с бумажками происходит зачастую полная чехарда. Они приходят разные, с разными цифрами. Где-то в минус, где-то в плюс, где-то там, не знаю, до тысяч, до нескольких тысяч доходит, где-то вообще копейки. Они не могут разобраться, они просто эти квитанции копят. И при обращении в ту организацию, которая эти квитанции рассылает, им толком объяснить никто ничего не может, почему так происходит. Ну, кто про толк разъяснить ничего не может, я здесь, наверное, могу сказать, что ежедневно прием собственников помещений по этим вопросам региональный оператор ведет. Вот у нас с 9 утра каждый день собственники к нам приходят, и мы пытаемся им разъяснить те вопросы, которые у них возникают вообще по теме капитального ремонта, в том числе и по квитанциям. Обращение к нам проходит и в рамках электронной почты, да, для того, чтобы быстрее ускорить эти моменты. Да, у нас, если на сегодняшний момент обратить, вот, под, ну, статистика, да, у нас вот за 9 месяцев, практически уже за 10, у нас буквально к нам поступило более 6 тысяч обращений граждан, которые мы дали вот разъяснительные ответы. Что касаемо вот этих чехардой с квитанции, да, действительно, у нас на первоначальном этапе, то есть первые полгода вот этого года, когда мы налаживали выпуск квитанции, у нас были определенные проблемы с тем, чтобы поставить их на тот путь, чтобы мы их планово выпускали одномоментно в один срок. С июля месяца мы вышли на плановый выпуск квитанции, сейчас у нас квитанции выходят каждый месяц в строго определенное время, они разносятся по всей территории Архангельской области, и задача собственников – оплатить квитанцию до 20 числа месяца, как нам предписывает наш областной закон. Тогда вот тех моментов, связанных с задолженностью, у нас не образуется. Какие еще могут быть моменты, связанные с чехардой? Это связано с тем, что по закону мы обязаны выставить квитанции каждому собственнику помещений. Зачастую собственность приватизировалась на несколько человек. И мы обязаны выставить квитанцию, условно говоря, на одну квартиру, 4, а бывает и даже 5 квитанций. Для того, чтобы вот это снивелировать, вот этот момент, мы предлагаем собственникам написать нам заявление и объединить какие-то лицевые счета. Объединение лицевых счетов, оно подразумевает под собой, что денежные средства, которые были оплачены по другим счетам, они объединяются в одну, в том числе и долги. И тогда получается, когда приходит вместо 4 квитанций одна, и может появиться, что один из собственников платил, другой не платил. И вот эти суммы, когда просуммируем, мы получаем какие-то другие моменты, на которые собственники не рассчитывали. Да, действительно, здесь есть необходимость дополнительного разбирательства зачастую, да, чтобы вот разъяснить эти моменты. Поэтому мы всегда стараемся идти на помочь собственникам разобраться и приглашаем, если необходимо, к нам, либо вживую, либо при написать нам какое-то обращение, мы всегда постараемся дать разъяснение. Я просто вижу, мне Олег что-то просит, не виднеет. Вот специального счета, да, насколько популярны среди собственников жилья переход на собственный счет по капремонту, есть ли возможность вернуться с общего котла, скажем так, на свой дом? Если говорить про способы накопления, действительно, у нас существует два способа, да, формирования фонда капитального ремонта. Это общий котел и специальный счет. И законодательно собственники не ограничены в праве выбора того либо иного способа. В любой момент эти способы они могут на общем собрании изменить решение и поменять в одну либо в другую сторону. Единственное, есть нюансы, что переход с общего котла на специальный счет, он занимает по закону у нас 2 года. То есть это связано с тем, что необходимо оригинальному оператору при формировании планов капитального ремонта вот снивелировать те выпадающие, скажем так, средства, на которые мы планируем ремонтные работы, то есть вот этот срок, он необходим. Но при этом нужно понимать, что при переходе с общего котла, допустим, на специальный счет, то денежные средства, которые были уже оплачены собственниками, они не теряются. Они в дальнейшем будут перенесены в полном объеме в разрезе каждого собственника, как мы ведем учет, и собственники смогут в дальнейшем этими средствами пользоваться для проведения капитального ремонта. Если мы говорим про насколько популярны, то если сделать вот
обратиться к нашей региональной программе, где у нас там свыше 11 тысяч домов, то на сегодняшний момент региональный оператор является владельцем чуть более 850 специальных счетов и еще где-то порядка около 600 счетов специальных, да, где собственниками этих счетов являются либо управляющие компании, либо ТСЖ и ЖСК. То есть где-то порядка 1500 домов в Архангельской области из оригинальной программы приняли решение и аккумулируют денежные средства на специальном счете. Позвольте вот вдогонку к вопросу Олега, то есть это вот из вопроса нашего читателя, к которому, если мы успеем, мы перейдем, то есть он касается того самого срока, вот 2 года, про который вы сейчас сказали, то есть читатель интересуется, может ли этот срок быть сокращен решением областных властей, то есть наши областные власти в этом заинтересованы? Здесь дело не в заинтересованности. Но может ли быть он сокращен? Может быть. Решению областных властей. Сокращен он быть может. Но здесь мы тогда должны понимать, что данные решения, они будут, в том числе, они будут нарушать, скажем так, или нивелировать другую норму закона, метод финансовой устойчивости регионального оператора. То есть здесь и в жилищном кодексе областной закон не это предполагает. То есть финансовая устойчивость регионального оператора, она также обязательна для исполнения. И вот изменение вот этого срока без какого-то дополнительного финансирования, да, мы назовем это так, да, то есть это может способствовать, скажем так, вот нарушению вот этих норм. Такой нюанс. Да. Предлагаю посмотреть видео-вопрос. Можно ли обязать строительный бизнес помочь в переселении из ветхого жилья, обеспечить какие-то льготы или социальные цены за квадратный метр? Предлагаю вопрос адресовать Игорю Викторовичу. Действительно, очень много сейчас строится, город буквально растет вот на глазах. Вообще... А тот самый момент, когда не про нас, не про нашу честь. Поэтому вот вообще взаимоотношения бизнеса. У людей возникает тоже очень вопрос. Важный вопрос бизнеса, вообще участие бизнеса, в том числе социальных проектов. Во-первых, жилье уже строится. Да, сама по себе программа переселения, на самом деле, она достаточно бизнесовая, да, потому что проводятся конкурсные процедуры, и строит это жилье ведь в логике не муниципалитет, да, либо там региональные власти, а строят наши с вами строительные организации. Да, причем в основном строители как раз на территории области, которые строят это жилье, это наши. Они зарегистрированы здесь, то есть это наш бизнес, крутится, развивается. Вот, что касаемо, скажем, каких-то дополнительных инструментов. В прошлом году мы пытались, например, вот с мэрией Архангельска пообсуждать проект, когда перейти на совместные действия АРО и ЖК в части ипотечного кредитования, выпуска сертификатов на сумму 36 400 рублей для переселенцев и, объединив вот эти вот две вещи, родить новый продукт на рынке ипотечном, когда в основном будет лежать деньги программы, но люди доплачивают и входят в ипотеку и покупают новое жилье уже не там, где мы им устроим по программе переселения, а там, где, собственно говоря, он сам выбрал, да, значит, квартиру. Ну, тогда мы в мэрии, к сожалению, там поддержки этот проект не нашел. Было сказано, что достаточно серьезная работа, большая, быстро не сделать. Ну и, собственно говоря, не сложился, скажем, проект. Хотя я знаю, что, например, по-моему, в Татарстане вот как раз организовано было вот по такому принципу. Нет, ну действительно сейчас РЖК строит дом, Янтарь, всем известный. То есть он строится на месте кучи бывших аварийных домов. То есть, казалось бы, почему бы кому-нибудь там квартиру? Ну, вот изначально нужно было создать вот такой проект. Да, когда люди получили бы сертификат, он обеспечен государством, эти деньги лежат на счетах регионального правительства, то есть вот они есть. Да, и как только он заключает, подписывает договор с тем же АРО и ЖК на получение квадратных метров, мы эти деньги перечисляем в ту организацию, которую, значит, жилец, там, собственник, уполномочил. И он получает уже квартиру не, там, условно говоря, метр в метр, а именно ту, которую выбрал и на которую там позволяет ему решиться, как бы, планы, семейный бюджет и так далее. Но я думаю, что это один из тех проектов, который на самом деле еще нужно будет доводить, посмотреть. Он сегодня не запрещен никакими нормами законодательства, и они сегодня, такого рода проекты сегодня в стране действуют. И, кстати, достаточно активно люди пользуются таким предложением. Какие-то вопросы будут? А видеовопрос есть там, Марина? Есть еще один видеовопрос. У нас еще время, предлагаю еще видеовопрос послушать. Почему нет дифференциации взносов в зависимости от размера уровня дохода собственника? Александр Викторович, действительно, люди зарабатывают по-разному, то есть оплатят все одинаково.
Если мы обратимся опять же к нормам закона, все-таки установление объема взноса на капитальный ремонт – это прерогатива региональных властей. И в данной ситуации Архангельская область наряду с большинством субъектов Российской Федерации они приняли решение об установлении одного единого взноса на проведение капитального ремонта в целом по многоквартирным домам. Если мы обратимся уже в область специалистов, да, и начнем проводить определенные подсчеты то стоимости проведения капитального ремонта, то экономически обоснованный тариф, он для всех категорий домов, которые есть в Архангельской области, он был бы несколько иной, он был бы значительно выше. Ну, это обсуждалось в свое время, да, так его краили, выкраивали. Да. Поэтому вот было принято такое решение об установлении такого именно социального тарифа, да, можно его назвать, что это тариф социальный. Если мы, опять же, посмотрим на аналогичные принятые решения в целом по Российской Федерации, то Архангельская область идет примерно в одних рамках с большинством субъектов. То есть, в принципе, где-то тариф на капитальный ремонт, он составляет от 5,5 до 6,5 рублей в среднем, да, вот основное такое. Хотя, конечно, есть у нас в Российской Федерации несколько иные решения, где зачастую есть субъекты, где приняты допустим, ближе к экономически обоснованному тарифу, да, и там величина в квадратном метре составляет 15 рублей, а есть и больше решений. То есть вот у нас так, и мы будем в этом работать. И региональный оператор, например, в своей деятельности, да, когда мы проводим капитальный ремонт, мы понимаем, что вот объем средств ограничен, мы и те сметные расчеты, которые мы делаем, да, мы составляем с определенным дисконтом, который мы понимаем, что мы все-таки за эти денежные средства можно выполнить, да, то есть смета наша, допустим, ценообразование по виду ремонтных работ у нас соответствует, но мы не принимаем, допустим, максимальные коэффициенты, да, чтобы, скажем так, несколько снизить нагрузку на... Ну, то есть, да. Грубо говоря, и так все урезано да нельзя. Да, в том числе и проведение конкурсных процедур, оно также позволяет, скажем так, экономить определенные денежные средства. То есть все вот эти моменты, они в дальнейшем направлены на то, чтобы вот постараться обеспечить за эту величину взноса на капитальный ремонт максимальное количество и объем ремонтных работ на каждом квартирном доме. Еще есть, да? Последний у нас видеовопрос. Давайте же посмотрим его. Почему квитанции за капремонт можно платить только на почте? Ведь почта накидывает процент за свои услуги, в результате чего сумма оказывается еще больше. Так ли это, только ли на почте? Нет, не только на почте. То есть, ну, люди так думают. Фактически квитанцию можно оплатить в любой кредитной организации, то есть в любом банке, в том числе и почта как платежный агент. Вот региональный оператор, на обратной стороне квитанции мы размещаем информацию о том, где можно оплатить и с каким тарифом. Да, действительно, новость была для Архангельской области в целом. Это вот тот дополнительный взнос, который приходится осуществлять плательщику при оплате его взносов на капитальный ремонт. Однако эта норма, она вытекает из жилищного кодекса, где обозначено, что величина минимального взноса, она может расходоваться исключительно только на цели капитального ремонта. Ни на какие дополнительные услуги, связанные, допустим, с оплатой, здесь возможности нету, да, и если мы обратимся, опять же, да, вот к оплате наших жилищных коммунальных услуг, то ведь все равно все кредитные организации, они свой процент не получают. Просто этот процент, он сидит уже в том тарифе, в той квитанции, которую плательщик делает. В капитальном ремонте по закону этого невозможно. И вот поэтому у нас на плательщиков такая дополнительная нагрузка появляется. Если говорить о том, насколько как бы постараться снизить вот эти дополнительные расходы, то говорить о том, что только на почте, не совсем правильно. То есть мы можем наши квитанции платить в сберегательном банке Российской Федерации, в Сбербанке, в Россельхозбанке, в Московском индустриальном банке с этого месяца, то есть у нас заключено соглашение. То есть вот основные вот эти коммерческие банки, с кем у нас заключен договор на прием платежей. При этом необходимо отметить, что вот тот тариф 15 рублей, да, вот, который сейчас, собственно, платят при оплате через операционное окно. Это вот заслуга правительства Архангельской области, что вот еще на этапе подготовительного процесса, когда в том году мы готовились к выпуску квитанции, были проведены переговоры с основным, главным, да, мы говорим все-таки Сбербанк, это самый крупный банк, имеет наибольшее количество отделений, чтобы иметь возможность собственникам оплачивать эти взносы. Были проведены переговоры, ведь изначальный тариф, он составлял 30 рублей.
с квитанцией, либо 3% от суммы платежа. Вот после тех переговоров, которые были проведены, надо отдать должность Сбербанку, который все-таки понял, что вот этот взнос на капитальный ремонт все-таки носит социальный характер. Решение было принято, оно принималось, опять же, не в Архангельске, потому что есть головное предприятие у Сбербанка в другом городе находится. Было принято решение для Архангельской области снизить эти тарифы, и уже под эти тарифы уже принимали решение и другие кредитные организации. Ведь если когда мы проводили опрос банков о том, какой тариф у вас будет при оплате наших взносов на капитальный ремонт, то цена доходила до 50-70 рублей дополнительно. И вот опираясь на вот эти решения, то есть получилась возможность в Архангельской области вот этот дополнительный сбор снизить вот до такой величины. У нас как со временем уже мы подходим к концу, да, Наталья? На самом деле у нас есть еще вопросы и по капремонту, и по аварийному жилью, которые писали наши читатели. Наверное, мы передадим их вам, тем более, что на многие из них вы уже ответили в процессе вот нашей беседы, поэтому. Естественно, мы опубликуем ответы на сайте, мы опубликуем ответы в газете. У нас там еще несколько минуток есть, да, вот просто хотелось бы вернуться в начало и все-таки завершить темой. Она просто волнует. Вы знаете, вот мы говорим, что люди на выборы не ходят, а сейчас, коль есть, ну, избирают они непосредственно горожане, а, скажем, их представители, назовем это так, это комиссия, это Дума. Поэтому вдруг возник очень большой интерес к этим выборам. Люди хотят как-то больше знать, и поэтому и мы пытаемся сейчас дать как можно больше информации. И поэтому я еще раз к вам обращаюсь. Вы знаете, вот есть еще какой-то вопрос чисто эмоциональный, который все говорят, очень важно, чтобы человек пришел знающий. Ну, тут вас не взять, ну, что, знающий человек. Тут, я думаю, спорить никто не будет. В этой теме, это ваша тема. Тем более, очень приятно было, что вы сказали о культуре, потому что все ожидают от вас, вот, что у вас там написано, так и ЖКХ. Но еще есть чисто эмоциональный момент. Человек, любящий город, человек, который где-то его ощущает, его нерв, его вот эту ауру. Вы уже сколько в Архангельске живете? Ну, на самом деле я здесь, можно сказать, и живу, да, потому что угу. По 14-15 часов каждый день здесь. Да. Ну, то есть живете, можно сказать, да? Можно сказать, что живу. Ну, вы очень Северодвинск, это все близко, это все, оно как бы одна, у нас такое, все это завязано. Но, тем не менее, вот все-таки бы хотела, чтобы вы сказали вот о любви. Вот знаете, я скажу, что такое для меня был с детства Архангельск. Вот, все-таки Северодвинск это всегда был такой урбанистический такой город. Он весь серый, с большими домами, он весь новый. Он был такой всегда. Приезжая из Северодвинска в Архангельск, здесь чувствовалось вот то самое, наверное, дух истории. Да, русский здесь, север. Да, здесь был не столько русский север, здесь просто чувствовалось, что вот здесь люди живут очень давно. Вот новые города, они не имеют вот такого чувства, да, когда идешь по его улице, да, и вот ощущение, что это там значительно старше тебя, да, и уже такое подспудно в душе возникает определенное уважение к этой территории, к этому месту. Вот, в Архангельске это присутствовало, это было местами, сейчас еще это сохранилось, мне кажется. Так вот, извините, я уже не могу не уклониться, вы говорите местами, это очень такое ключевое слово, местами еще сохранилось. Сохранить это тоже будет... Это задача. Да, одна из задач, наверное, очень важных, тех, кто придет. Мы когда-то на самом деле спорили со специалистами, да, есть же две точки зрения на развитие города, да, сохраняя исторический центр, ты при этом как бы теряешь возможности, да, тут самое дорогое жилье, тут самые привлекательные места для инвестирования и так далее. Но при этом любой человек, который приезжает, он идет куда? Где чувствуется этот дух, да? Люди, приезжая в Казань, идут в центр, да, той самой купеческой Казани. Приезжая в Архангельск, идут сюда, смотрят, где эта немецкая слобода, про которую они читали, что там осталось, вот, что это такое Архангельск. Потому что можно все застроить там 20-этажными домами, да, из стекла и бетона. И это будет то, что вот сегодня там районный центр Китая, да, по 10-15 миллионов человек где проживают. Они вот такие. Хотелось бы, чтобы все-таки действительно здесь оставался вот этот дух русского севера.
Вот. А где есть дух, там как раз культура и развивается. Вот. А все подкладывается. Это все сложено, да. И то, что сегодня называется городские пространства, развитие городских пространств, это ведь не просто, да, новый водопровод. Это как раз сохранение того, что накоплено веками. Вот здесь есть то, что накоплено веками. Отлично, хорошо. С этим, ну, это тоже... Хочется поговорить еще, да. Не знаю, ну, тоже о том же. Это, ну, один из конфликтов, который, да, между областью и городом существовал, это как раз проблема градостроительства Архангельского. Вот, в частности, архитектурное агентство города и области постоянно конфликтовали. Но, тем не менее, к никакому консенсусу не пришли, и город продолжает застраиваться совершенно точечно. А люди конфликтуют с агентствами. Да. Вот, с этим я не знаю. Есть такое выражение, как попало. Да, как попало, куда вот. И с этим можно ли что-нибудь еще сделать? Потому что в городе фактически, как вы говорите, в историческом центре остался вот маленький-маленький пятачок. Не, ну действительно, что далеко ходить? Завтра вот в областном суде рассматривается, люди обжалуют решение Октябрьского суда по застройке сквера у Суворова 6. Казалось бы, вот чего историчнее? Там 11 памятников исторического наследия, то есть это все признает областное правительство, агентство профильное, то есть людям приходится высуживать. То есть Октябрьский суд им все время отказал, завтра рассмотрение областного, вот я вот иду туда. Вот. То есть точку поставит областной суд, и не причем застройщик строит уже сегодня, он уверен, что ему все разрешат. Вот, коллеги, вот при формировании планов развития города, да, все-таки во главе угла должно быть мнение людей. Так вот, и люди не, против. Не привлекательность инвестиционной территории, она учитывается, безусловно, да, но при этом мы же видим, как развивается, например, Санкт-Петербург. Там тоже есть новые дома в центре города, но заметьте, они как-то вписались в архитектурные решения, которые там в 18 веке были заложены. И при этом, проходя мимо там какой-нибудь галереи, да, там торгового комплекса, никому в голову не приходит там, на Лиговке, да, тут это вот здание вчера, там, условно говоря, построено, да. Да, это подщица, а у нас много чего-то подщица в городе. Вот, да, а у нас действительно вот такая именно ситуация возникает, когда вот целые районы города, они как бы с карты, как вот те районы, да, где там когда-то что-то было, они исчезли и появились вот абсолютные новостройки. Но это работа под инвестора. Это вроде как работа на развитие города, но при этом мы потеряли чего-то. И уже, к сожалению, набережная, мы в частности, это уже не найдем. Там закрыта полностью. И вот этим зданием, которое грозит, тоже будет закрыта набережная. И с той логике, стороны, и с другой стороны. В логике, когда мы принимаем какие-то архитектурные документы, да, планы там, развития и так далее, а вот мнение экспертов, которые не из стройки, а из культуры. Здесь вот должно иметь очень такое важное, серьезное значение. Потому что, ну, что греха таить, у нас все-таки специалисты, особенно узкие специалисты, да, они вот ту инвестиционную составляющую этой проблемы видят, да, а вот эту вот большую, огромную культурную составляющую, она как бы всегда остается за рамками. Хотя для горожанина, наверное, она более важна, чем там, очередная высотка в центре. А в данном случае представители Минкультуры выступили за горожан, между прочим. И их мнение отчетливо в суде прозвучало. Ну, и тем не менее суд принял такое решение в пользу застройщика. Ну, вот эта ситуация, почему говорю, вот на самом деле не должно бы возникать в принципе, вот изначально. Этих вещей изначально. Да. Если мы принимаем решение, что вот эта территория, она имеет для города превалирующее развитие с точки зрения культуры, значит мы говорим о чем? О том, что мы что-то здесь восстанавливаем, да, вот. О том, что мы что-то здесь поддерживаем. Но мы не говорим, что мы вот здесь вот должны завтра, только потому, что здесь участок стоит 50 миллионов рублей, воздвигнуть что-то, да, срочно зарядив и пополнив этим самым бюджетом. Вот. Это как раз... Сиюминутно, но на будущее неизвестно, как это еще скажется. Ну, в том-то и дело, что снося культуру, мы обычно ничего на будущее это не приобретаем, по большому счету. Тем не менее, это происходит, ведь, как говорил, допустим, глава архитектурного агентства областного, да, что по закону не должно строиться на этом месте, того или иного. Есть законы о красных линиях, там, да, какой-то градостроительный кодекс, все остальное. Но, тем не менее, каким-то образом суды позволяют все-таки там строить. Городская власть, тем не менее, все свои проекты продвигает где угодно. Ну, вы знаете, может быть, у нас с вами слабо развито гражданское общество в этой части. Потому что я смотрю, когда в Москве кто-то пытался чего-то снести, в Питере то же самое. Люди вставали на дыбы. И не позиция городских властей, не позиция инвесторов, которые достаточно серьезным там ресурсом обладали, не могли сломить этой ситуации.
Вот один из моментов, который для Архангельска, например, чрезвычайно актуален, это как раз вот эта самая позиция гражданского общества. А где-то надо, может быть, его вместе там, пытаться сформировать эту позицию. Потому что людям жить в этом городе, их детям жить. Да? Но если не выстраивать ситуацию, что вот как многие там пишут в тех же, да, на интернет-порталах, да, я готов завтра уехать. Но эта позиция, она самая простая. На самом деле везде есть свои проблемы. И в том месте кто-то, да, решал эту проблему, живя там, в плохих условиях, выстраивал и сделал эти условия лучше. Вот позиция, вот я сейчас туда где-нибудь прицеплюсь, где хорошо уже, и у меня все сложилось, а здесь пусть кто-нибудь другой разгребается, вот эта позиция, конечно, не способствует развитию города, любого города, неважно, Архангельск это будет, или там, или Коныш, да, или Мизинь. В Европе на развитие гражданской позиции века ушли. Да, а у нас не века? У нас ее пока нету. Когда она разовьется, допустим, до европейского уровня. Ну, там тоже были свои традиции, городов. Только другие. Но вы вот знаете, что такое же... для меня гражданская позиция, да, это любовь. Да. Вот если мы в семью приходим, любим своих детей, любим свою жену, то вся наша гражданская позиция на этом и строится. Да? Мы будем защищать. Да, умрем за это, потому что мы любим. Если мы любим свой город, вот и все, вот туда. Мы на этом отличные слова, очень хорошие, поэтому на этой очень хорошей ноте мы закончим, потому что мне показывают уже вот так, что время эфирное заканчивается. Мы можем, если у нас будет возможность, еще, может быть, как-то тут продолжить, но в эфир, с эфиром мы уже сейчас вынуждены уйти, поэтому я, наверное, мы все попрощаемся. Общаемся и с нашими зрителями, в данном случае читателям мы дадим отчет о нашей встрече и на сайте «Правда Севера», «Двина Информ», естественно, тоже сделает МК «Правда Севера», печатное издание. Спасибо большое нашим гостям и за полезную очень информацию. Она, безусловно, нужна людям. И спасибо, что разъяснили. И также вам спасибо большое, Игорь Викторович, за то, что вы выразили свою позицию. Еще раз повторюсь, большой интерес. Нам действительно жить... Большинство все-таки не уезжают, большинство живут и любят Архангельск. И, может, наши люди не умеют выражать как-то и жаль свою вот эту любовь, о которой вы сказали, она же есть гражданская позиция, но она, безусловно, присутствует у большинства. Может, надо что-то немножко всколыхнуть и дать надежду, что это будет услышано, это будет поднято, и тогда есть вдохновение. Вот нам не хватает, может быть, вдохновения всем вместе. И мы нам давайте пожелаем городу, вам, в том числе, независимо от того, как решится вопрос, будем считать, что комиссия объективно отнесется, и не будем лизать как бы ее полномочия, в том числе и горсовет. И спасибо большое коллегам за участие, и тогда мы ставим точку. Спасибо большое. Всем до свидания. До свидания. Спасибо вам.